блядь. У них там все, знаешь, либо такая пустота. Ну, тогда начнем борьбу. Да, давайте. Кто будет снимать? В одной руке просто микрофон держал. Да, как, одним дублем, да? Да, одним дублем. Ну, может, я потом все обрежу. Ну, что, вот так. На счет три. Раз, три. Нифига. Что, может, на левый? Давай на левый, хотя у меня левая слабая. У меня тоже левая слабая. Давайте по очереди. По очереди. Ну, сейчас сначала... Ну, победите. Там вообще по правилу, как считается, локти должны быть на одной линии. На одной линии? Да. Куда? Значит, да, тебе нужно туда сдвинуться. А тут это, вот. Давайте я отсчет начну. Давайте. Раз, два, три. О, ну тут да, конечно. Так, ну следующая пара. Давай. Потом выигравший с выигравшим проиграл. Да, потом да, победитель с победителем этой пары за первое место. Здесь мы в разных весовых категориях. Конечно, я, сейчас. Ну что, кто может разобьет? Давай. Раз. На счет три. Один, два, три. Ну я думаю, лифтер выиграет, все-таки там это хват решает. Ну тут да, да. Влево. Фокусу тоже уходи влево. Готово, один, два, три. Да. Да уж, неплохо. Крутотень. Нормально. Так. Давай, теперь я с победителем. Че, так? Она пишет, да? Да, если там идет отсчет времени. Он погас просто. Чтобы был виден экран, можно, да. Вот идет все. Отсчет. Так, кто сделает отсчет? Давай. Раз, два, три. Это ожесточенно. Сейчас идет борьба. Думаю, все не только физические, но и ментальные силы подключаются. Ну достойно, достойно было. Раньше что ли боролся? Старость, не радость. Это опыт решает. Так, ну что тогда? Сейчас на правой руке, получается, я с победителем прошлой пары. Да. Да. Дальше что? А потом награждение. Ну да, кубок на жаре. Ой. Буруси делать будем, нет? Ну можно будет. Да, там можно как бы не лесенкой, а, наверное, кто больше. На количество, да? Ну конечно. А только надо это... Скакалка есть, да. Есть, да. Давайте потом на скакалку. Да, потом скакалку. Её как бы на закуску. Решающий на победитель. А, вы победитель? Не, я победитель не хочу. Так, значит, кто отсчитает? Давай. Раз, два, три. Кости не сломаются. Не. Ну тут уже, да, равный поединок, так сказать. Ой! Блин, это была тяжелая борьба. Надо отдохнуть, я говорю, пока тормози, давай повиси. У меня аж язык на плечо высунулся. Ну неплохо получилось. Нормально. Давайте на время повиси. Мне кажется, что передохнуть надо. Да, сейчас. Так, кто-то. У кого телефон, кто засечет минуту. Ну, я тогда буду считать. Можно я для себя тоже посниму? Да, конечно.
вообще смотреть? Я думаю, лучше смотреть в ту сторону, потому что туда идет покат. Что, минуту засекать? Да. Ну, хорошо. Я жду 10 секунд. Нет, я послышу. 166 я насчитал. Погнали. Молодец. Не, я насчитал 140 было. Но 140? Все равно у тебя так прям, знаешь, получилось хорошо, да? Я считал плохо. А кто ничего будет? Я не буду. Сейчас напоследок отожмемся. Давай, кто поснимает. Так, давай. Я отожмусь. Давай. На максимум. Больше 20 было.
тоже 13. Я еще раз. Надо же. Уже, как говорится, второй заход. Ну, просто после еще... подтягивания, скакалки, арма. Хват еще достаточно будет широкий. Я привык узким отжиматься на брусик, честно, на три, собственно. Широко достаточно. Не, мне наоборот удобно. Ну да, когда руки длинные, то лучше пошире. Ну просто это будет широко достаточно, поэтому. Да просто выше, 12. На брусьях именно с акцентом. Какие впечатления от тренировки? Ну, очень круто. Ожидалось то, что будет меньше людей, а пришло гораздо больше, чем рассчитывалось. И вообще круто с Диким было познакомиться вживую, потренить. Вот. Надеюсь, что еще встретимся все вместе. Нас будет еще больше, и мы уже, может, да, в зале там пожмем, потянем, поприседаем. Посмотрим, короче говоря. Да, в зале, я думаю, надо будет следующий видос сделать. Вот тоже очень рад встрече. Все-таки Metal Community как бы объединилась на спортплощадке, решили совместно, так сказать, организовать такое вот мероприятие. В общем, очень рад проведенному времени. И в следующий раз, да, надо будет силовые замерить, так сказать, в таких движениях, как жим, там, приседания. В общем, хорошая идея. Очень доволен. Вот. Всем респект, так сказать. В общем, это были первые новогирейские игры. Да. Слушайте металл, слушайте металл. Первые металлические новогирейские игры. Качайтесь на улице, дома, в залах качайтесь и слушайте хорошую музыку, true metal. Вот дело говорят.